The wall itself has a weird history. It's a circus, впервые. Continue with the outlines. Вот, это ты... Себя, а защищать правду Божью. Это классическая история. А люди премия стал Антиох Эпифан. Okay. Итак. Realize that I probably blew your minds a little bit yesterday. Я осознаю, что я, наверное, немножко повзрывал ваши мозги вчера. That it's not about how much you, how can I put this, you make, do. It's fruit is about your personality. It's about your. Напоминаю вам еще раз, что плод духа — это не то, сколько много вы делаете для Господа. Не сколько церквей вы открыли и не сколько душ вы спасли, привели Господу. Это вопрос вашей личности, вашего характера. Это вопрос ваших личных взаимоотношений с Богом. И Бог хочет, чтобы вы приносили плод. Good fruit. Хороший плод. Yeah. We all can grow some bad fruit at times. Иногда мы можем с вами все произвести не очень хороший плод. But we need to deal with that, but we need to understand that God's purpose. Но мы должны разбираться с этим и понимать, что Божья цель и цель Духа Святого. Because these are the fruit of the Spirit. И Он хочет, чтобы мы приносили плод Духа, потому что... И для вас будет очень важным понять, как Дух Святой работает в этом ключе. И Он хочет добрый плод и много его. И это мы очень четко видим из Писания. I just want to make a few more comments before I move on to the first. Чтобы двигаться дальше, сначала хочу сделать несколько комментариев. God's number one concern, as I'm trying to communicate, is for all fruit to be good. Бог хочет, чтобы мы приносили только хороший плод, чтобы плод был хорошим. The fruit of righteousness, it's called also. Он называется также плодом праведности. Okay, in James 3, verse 18, the peacemakers who sow seed in peace raise a harvest of righteousness. Can you? James chapter 3, verse 18. И Иакова 3 глава, 18 стих. Там написано: плод же правды, то бишь праведности, в мире сеется у тех, которые хранят мир. Okay. And what is good? И что есть хороший плод? God has the supreme authority to define good and evil. И только у Бога есть настоящая власть, чтобы различать добро и зло. We need to understand. И нам также надо понять. The measuring stick that we use for defining what is good. Что мера, которую мы используем для того, чтобы определять, что есть добро. Is what God calls good. Наша мера должна основываться на том, что Бог называет добро. Не то, что мы думаем, что есть добро. Не то, что другие люди говорят, что вот это есть добро. God and what His goodness really is. Но понимать Господа и что в Его глазах есть добро. Matthew 7, verse 21, Yeshua said, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter into the kingdom of heaven. Only those who do what my Father in heaven wants." И Матфея 7:21 четко нам говорит: не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. It's good for us to remember that description. И хорошо. That there will be people who come in the end of the times when God goes into judgment. И хорошо помнить об этой разнице, потому что когда придет конец времен и придут люди на суд перед Господом. And they may say a lot of things. И они могут перечислить много вещей. Yes, what, да, мы построили много церквей, мы так многих привели к Господу. Или вот это, и еще вот это мы сделали. Says, а Господь повернется и скажет: я не знаю вас. Почему Он должен знать вас? Он будет знать вас по плоду, который вы будете производить.
It's not the fruit that he wants. И все дела перечисленные, это не тот плод, который он хочет. It's maybe the fruit that you thought was good. Может быть, плоды, вы думаете о них, что они хороши. Maybe the fruit that you wanted yourself. И, может быть, это плоды, которые вы хотели бы, чтобы они были хорошими. But we have to compare ourselves with what God wants, what He has described also in His Word. Но мы должны стремиться к тому, что Господь хочет, и к тому, что Он описывает как добро в Писании. God's will for our lives is revealed throughout His Word. И Божья воля для нас изложена и явлена нам через Его Слово. And it was summarized by Yeshua in the two great commandments. И она была заключена в двух заповедях, которые дал Иешуа. Love the Lord your God with all your heart, all your mind. Возлюбите Господа Бога всем сердцем, всем разумом, всем разумением своим. И возлюбите своего соседа, как себя, ближнего своего. We must aim to reach the highest goal. Мы должны с вами достигнуть самой высшей цели. Let's not be too easily satisfied. Let's not be too easily satisfied. И давайте с вами не будем очень легко удовлетворяться, скажем так. It's so easy for us to say, "Oh, I'm okay here, I'm okay there." Очень легко нам в своей жизни сказать: "О, у меня это хорошо получается, и вот здесь я достаточно хорош." To set our goals very high. Но мы должны свою цель ставить очень высоко. Наши стандарты, которыми мы должны пользоваться, это должны быть Божьи стандарты, не наши личные. И совсем не стандарты тех людей, которые вокруг что-то говорят. To produce the best fruit requires work, time, patience, and perseverance. Производить хороший плод включает в себя трудиться, работать, time, время, patience, терпение и продвижение вперед. All of those. Все это. It's a little bit of a long text, but let's have it read. From 7? From James 5, from verse 7 to 11. И мы сейчас прочитаем отрывок, который находится в Иакова 5 главе, с 7 по 11 стих. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья, который стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Okay, и я позволю вам поразмышлять об этом месте Писания. Closely following God's desire for good fruit is His desire that we produce a lot of it. И Божье желание не просто, чтобы мы производили плод, но Его сердце, чтобы мы производили много хорошего плода. Okay, we read the text yesterday in John 15, verse 8. This is how the Father is glorified in bearing much fruit, and this is how you will prove that you are my disciples. Итак, мы можем доказать Богу, что мы Его ученики, если будем производить много хорошего плода. Bearing abundant fruit glorifies God. Принесение богатого плода прославляет Господа. And identifies Messiah's disciples. И является идентификацией того, что мы ученики Мессии. God has chosen us. Господь выбрал нас. He told us, you did not choose me, I chose you. Он говорит нам, что не мы его избрали, а что он нас избрал. And he's commissioned us to go and bear fruit. И он призвал нас идти и приносить плод. Fruit that will last. Fruit that will keep. It will last a long time. И плод, который на долгое время. Verse 16. You can write it down and read it to yourselves. И запишите John. John 15:16. Иоанна 15:16. Okay. We must be orientated towards eternal goals. Мы должны быть с вами ориентированы на Божьи вечные цели. And work with all of our hearts
to bring them to fruition, to bring them to fruit. И работать мы должны для того, чтобы произвести плод, принести из этого всего плод. You remember the parable about the fig tree? И помните параболу о смоковнице? Okay, in Luke 13, verses 6 to 9. В Луке 13 главе с 6 по 9 стих. The owner came looking for fruit on that fig tree, didn't find any. Когда пришли, посмотрели на смоковницу и не нашли в ней, на ней плода. And it even says that for 3 years he came looking for it. И что? For 3 years he came looking for fruit on that tree. И 3 года он ждал, чтобы она приносила плод. And then he told his servant, cut it down because it's not bearing fruit. И он сказал слуге своему, сруби, потому что она не приносит плод. Но слуга сказал, давай подождем еще 1 год. Давайте мы вскопаем землю вокруг нее, давайте мы позаботимся о ней, чтобы она приносила плод. И потом, если она принесет таки плод, тогда это будет хорошо. Если нет, тогда уже срубим ее. Я верю, что Бог смотрит. Я думаю, что Господь ожидает плода в вашей жизни. И, наверное, некоторым из вас надо осознать, что ваши 3 года уже прошли. И вам необходимо быть внимательным, чтобы вы были вспомянуты в Его Царстве. Okay. Чтобы у вас были взаимоотношения с Ним. The Lord gives us time, yes. Да, Господь дает нам время. But he keeps looking for that fruit. Но Он все продолжает ждать от нас плода. Нам необходимо возрастать. A fruitless tree is cut down. И бесполезное, бесплодное дерево, оно срубается. God's emphasis is on our spiritual growth. И Божье внимание сконцентрировано на нашем духовном росте. И очень много парабол в Писании, которые говорят об этом. Например, слуги, которые приняли деньги от своего хозяина. Помните, да, он уехал в путешествие, вернулся и сказал, что же вы сделали с тем, что я вам дал? Один сказал, я заработал 10 более, другой заработал 5 больше, а один запрятал свой талант в землю. Что вы делаете с тем, что Господь дал в вашу жизнь? Иногда, когда я задаю этот вопрос людям, они отвечают, «О, а я не думаю, что Господь мне вообще что-то доверил». Это неправда. Для каждого из вас Бог дал кое-что от Себя в вашу жизнь. Он дал вам дары. И вам необходимо начать использовать их, чтобы вы могли принести плод. И все эти притчи показывают нам, что мы должны послушаться Божьего лица. And courage. Courage, braveness. Courage, 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 brave. И быть смелыми, простираться вперед. Okay. Even даже if it seems to us humanly frightening. Даже если это выглядит для нас жутко устрашающим. So often we let fear get in the way. Очень часто мы позволяем страху сбить нас с пути. Страх, что подумают люди. Страх неудачи. Страх того, что мы не будем достаточно хороши, успешны. Позвольте вашему разуму отдохнуть. И я вам говорю, вы никогда не будете идеальны. Вы не перестанете совершать ошибки. Но несмотря на это, вам необходимо двигаться вперед.
must obey him. Нам необходимо слушаться его. To each of those who were profitable, fruitful, servants, для тех слуг, которые будут плодовиты и принесут много плода. Вот те слуги, которые взрастили денежки, хозяин сказал: «Добрый, верный раб». А потом он сказал им кое-что, на что мы действительно должны с вами обратить внимание. Это Матфея, 25 глава. You were faithful over a few things. 23 стих. «В малом ты был верен. I will make you ruler over many things. Над многим тебя поставлю». The little that you have, то немногое, что ты имел, you need to be faithful in using it. То, что тебе Бог доверил, тебе надо быть верным и использовать это. И если мы будем верно использовать то, что дал Бог, Бог даст нам больше. Он не может высвободить вам большее, пока вы не используете то, что у вас уже есть. Иногда мы сразу хотим и много. Потому что мы думаем: о, если у меня будет много всего, тогда я буду способен что-то совершить. Но Бог не даст вам многое, пока вы не докажете свою верность в том малом, что уже вам доверено. Мы не можем приносить плода без Господа. During his life on earth, Yeshua himself said. И Иешуа в то время, пока жил на земле, говорил. In John 5:19. В Иоанна 5:11. The Son can do nothing of himself. Сын не может ничего делать сам по себе. And he said on another place, I only do what I see my Father doing. В другом месте Иешуа говорит: я творю только то, что видел Отца моего творящим. Have you ever thought that that's possible in your own life, personally? Вы думаете, это возможно для вашей личной жизни, персональной? Чтобы вы видели то, что Отец хочет, чтобы вы делали. Это вот примерно 15 лет назад, вот тут я столкнулся с вопросом веры своей. And I thought, could it be possible? И я задал сам себе вопрос: это вообще возможно? That I could see what the Father is doing in somebody's life, чтобы я видел, что Отец творит в чьих-то жизнях и в каких-то обстоятельствах. And then run with him in that? А потом как бы соединиться с ним в этом, участвовать в этом. Tell you, since I made that decision, it's been very interesting. И я говорю вам, что если вы примете это решение двигаться таким путем, это будет очень интересный My total путь. Journey with God changed. Мое все следование за Богом полностью изменилось. I was asked, when I was praying for people, I said, God, what do you want to do in this person's life? Когда я молюсь за человека, я спрашиваю: Господь, что ты хочешь сделать в жизни этого человека? Или что ты уже делаешь в жизни этого человека? Когда я сталкиваюсь со сложными обстоятельствами, я спрашиваю Бога: что ты делаешь в этих обстоятельствах? Какова твоя цель, Господь? Good or whether it was difficult. И или это во благо, или это сложности какие-то я прохожу. What is your purpose here? Какова твоя цель здесь, Господь? Let me see it. Позволь мне увидеть это. Открой мои глаза, Господь, чтобы я мог видеть тебя. Remember that Elijah prayed for his servant. Помните, как Илия молился за своего слугу? Oh, no, Elisha. Елисей молился. Yeah. Prayed for his servant. Помните, как он молился за слугу? Eyes, Lord, that he can see. Открой его глаза, Господь, чтобы он мог узреть. Очень многое мы не видим, потому что не позволяем Богу открыть наши глаза увидеть. Мы должны начать видеть его глазами.
We cannot, acting on our own, produce spiritual fruit. Мы не можем сами по себе принести плод. It requires a miracle of God through the Messiah. It requires a miracle of God working through the Messiah in us. Он включает чудо свое через жизнь Иешуа Мессии, которая в нас. Okay, we go back to the text of John 15. И вернемся с вами. Вернемся с вами в Иоанна 15 главу, где Иешуа говорит, что «Я есть истинная виноградная лоза». Если мы присоединены к Мессии, тогда мы будем способны принести плод. Это один из ключевых моментов, в которые мы нуждаемся, в котором. Иногда Отец будет дисциплинировать нас, исправлять наши ошибки. И если мы полагаемся на Господа, великие вещи могут происходить. Live with him and let him live with us. И нам необходимо научиться жить в нем и позволить ему жить в нас. One major key to bearing fruit is prayer. И один из ключевых моментов, как мы можем принести плод, это молитва. Prayer for help. Молитва о помощи. God, help me. Господь, помоги мне. Don't try and do it on your own. Не пытайтесь делать это сами по себе. Мы нуждаемся в Нем. Мы нуждаемся в том, чтобы полагаться на Него, надеяться на Него. Надеяться на Него, полагаться на Него, жить им, это означает быть присоединенным к Его общине, к Его телу. Do not let yourself be removed from the body. Не позвольте себе самим быть исключенным из его тела. 1 Corinthians 12:12-13. For just as the body is one, but has many parts, and all the parts of the body, though many, constitute one body, so it is with the Messiah. For it is by one Spirit that we are all immersed into one body, whether Jew or Gentile, slave or free, and we are given of the one Spirit to drink. И мы читаем в 1 Коринфянам 12 главе 12-13 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, как и Мессия. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Его Дух должен быть в нас. Он делает нас способными приносить добрый плод. Божий Дух делает много вещей. Он дает нам духовное понимание. Он дает нам способность к послушанию. It gives us the ability to obey and to love far above our own human ability. Он дает нам способности любить превыше наших естественных человеческих способностей выражать любовь. It is the spirit of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy 1:7. И во втором Тимофея 1 главе 7 стихе мы можем прочитать, что «И дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». И быть вдохновленным духом — это возможно. Без Духа Святого у вас получится большой-большой беспорядок. Я должен это подчеркнуть, потому что нам необходимо очень ясное в этом понимание, что тот плод Духа, который описан в Галатам 5 главе, Бог может только родиться от Духа. And our relationship
with the Holy Spirit, и от наших взаимоотношений с Духом Святым, and our relationship with the Messiah, и от наших взаимоотношений с Мессией, and our relationship with the Father, и от наших взаимоотношений с Небесным Отцом. Without these, we do not produce that spiritual fruit. Без этого мы не можем произвести этот духовный плод. I wanted to share a text with you from Jeremiah 17. И я хочу поделиться с вами местом Писания из Иеремии 17 главы. Okay, with the Holy Spirit, one becomes spiritually alive. What verse? No. Oh. Okay, with the Holy Spirit, one becomes spiritually alive. С Духом Святым мы становимся духовно живыми. God's Spirit is like the life-giving sap that comes up in a tree in spring. Божий Дух, можно сказать, дает сок, который дает рост этому дереву. It's very interesting, as you probably know, I live in Finland, and I live quite close to the forest. I have forests all around. И как многие из вас знают, что я живу в Финляндии, и у нас много леса, и, грубо говоря, я живу практически в лесу. And I know that you know this here. Also, you have a birch tree. И как вы знаете, у нас тоже есть березы. And in spring, и весной, you could drill a hole in a birch tree. Вы можете проковырять дырочку в стволе березы. And the sap comes running out. И этот сок начнет вытекать. And we capture that, put it in a bottle, and we drink it. И мы собираем этот березовый сок и пьем. It's very healthy. Очень полезное для здоровья. But if you look at it, you see the power. Но если вы посмотрите на это, то в этом есть сила. И весной мне необходимо рубить деревья, чтобы запастись дровами на зиму. And if you cut down a birch tree, и если вы срубите березу, you go back after about an hour, и если вы вернетесь к этому месту где-то через час, к пеньку, вы просто увидите, что сок изливается из этого пенька, переливается. Power of the Holy Spirit is like that. И сила Духа Святого, она такая же. Если вы позволите вот этой силе Духа Святого проистекать, как березовому соку из вас, вы будете живы. Jeremiah 17, verse 7 and 8. И обратимся все-таки к Иеремии 17 главе 7 и 8 стиху. Blessed is the man who trusts in Adonai. Adonai will be his security. He will be like a tree planted near water. It spreads out its roots by the river. It does not notice when the heat comes, and its foliage is luxuriant. It is not anxious in a year of drought, but keeps on yielding fruit. 7 и 8 стих 17 главы Иеремия. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при потоках и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». It doesn't notice when heat comes. Оно не знает, когда приходит зной. It is not anxious in a year of drought. Оно зелено даже во время засухи. Оно не боится засухи. If your roots are in him, находятся ли ваши корни в нем, then you don't need to be afraid of difficult times. Тогда вам не надо бояться сложных времен, потому что Господь даст достаточно силы вам, в которой вы будете нуждаться. Нам необходимо ходить в Духе. И Божий Дух Святой позволит нам действовать и двигаться согласно Божьим принципам. И проживать духовно плодовитую жизнь. Без Его Духа мы просто смертная плоть. И мы с вами произведем плод тогда плоти. Good fruit, much fruit. Добрый плод и много плода. Spirit-led people have these wonderful virtues of godly character.
character as a result of God's Spirit acting from within. Okay? Spirit-led people Дух позволяет людям have these wonderful virtues of godly character. Иметь эти замечательные части, характеристики Божьего характера, the ones described in Galatians которые 5. Описаны в Галатам 5 главе. As a result и как результат of God's Spirit acting from within. Дух Святой действует в нас ими. Okay, that's the only way it works. Это единственный способ, как это проявляется и работает. It has to come from within you. Оно должно происходить из вас. And that means your relationship with the Father, и with это, the Spirit, and with the Son. И это подразумевает ваши взаимоотношения с Небесным Отцом, Мессией и Духом Святым. God's Spirit is like a river. И Дух Божий как река. John 7:38. Rivers of living water will flow from His innermost being. И Иоанна 7 глава. 31 стих. What verse? John 7:38. 38 стих Иоанна 7 главы говорит о том, что кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Okay, there are many ways of thinking about this. И есть много вариантов, как размышляют об этом. But some time ago, но какое-то время назад you could think of it flowing as like a river, you can think of it flowing as in a water pipe. Вы могли бы думать о том, что это как будто течет река, или как будто это трубы, которые несут воду. Some time ago, God gave me another picture. Но какое-то время назад Бог дал мне другую картину. And it was the overflowing cup of Psalm 23. И это была чаша, преисполненная, как из Псалма 22. We are that cup. Мы являемся этой чашей. And God wants to fill us. И Бог хочет нас наполнить, so that we would overflow. Чтобы мы могли проистекать дальше. When a cup overflows, и когда чаша преисполнена, it overflows in every direction. Проистекает лишнее из нее во всех направлениях. You can try it yourself at home if you like. И вы можете попробовать поэкспериментировать дома. Наполните чашу. И когда вы начнете уже переливать больше, вы увидите, что лишнее из нее проистекает абсолютно во всех направлениях. So if you are that overflowing cup, и если вы это преисполненная чаша, you will affect a whole area, all that's around you. Вы повлияете на все, что вас окружает. And that's what I believe God wants. И это то, что я верю, что Бог хочет для наших жизней. И мы проэкзаменуем все аспекты, что включены в Дух в плод Духа индивидуально, каждый разберем. So that we can, excuse me, so that we completely understand them. Чтобы мы могли полностью разобраться и понять их. To see how we can cultivate them. Чтобы мы могли понять, как мы их можем культивировать, как мы можем их использовать в служении Богу и служении друг другу. Другими словами, чтобы мы могли иметь хороший вкус друг друга на пробу. Taste and see that it is good. Да, по вкусите и поймите, как благ Господь. Вот мы вкусим okay. друг друга. But as we redo that, as we do that, и как мы делаем это, let's remember to focus on Messiah. Давайте продолжать иметь фокус на Мессии. And his overall lesson и regarding fruit. На его уроках по поводу принесения плода. Bear good fruit, принести хороший плод and much fruit. И много плода. Okay. I'm going to take the break now. Сейчас будет небольшой перерыв. Yeah, I know. Yeah. 10 minutes. Okay. Okay, we can Ладно. Move on. Minute. I thought he said 5. So. Чуть-чуть продлим. Okay, we'll continue. Love. Давайте is the first one mentioned. К первому, который был отмечен.
любовь. Откройте Галатам 5 главу, пусть оно будет перед вашими глазами или где-то себе отметьте, мы разбираем этот отрывок. И первое, что отмечено, что у нас должна быть любовь. Actually, when we get to the end, I'm going to show you something very interesting. Когда мы подойдем к последней части плода, вы увидите кое-что очень интересное. Но просто держите себе в уме, что любовь была первая. Духовный плод не происходит из ничего. It springs forth from a rich, fertile, nourishing source. Fertile, good ground, ground for growing things in. Хороший духовный плод происходит из доброй почвы и из nourishing source, where you find good things to help you grow. Хороших удобрений. It's about our concern for others. Это относится к нашему concern. It's about our concern for others. Okay. Can you use other word concern? Простите, вылетело слово. It's about the way we take care of. Это относится к тому, как мы взаимодействуем с другими, как мы заботимся о других людях. И то, как Библия описывает, что является истинной любовью. Когда Бог работает через личность, очень много чудесных вещей может произойти. The person's whole life begins to blossom and bear beautiful fruit. И вся человеческая жизнь, она меняется и начинает просто благоухать и приносить чудесный плод. Я видел очень сильно изменившиеся людские жизни от работы Божьей в их жизнях. Вы бы, ну, просто не узнали бы, как изменились эти люди. Самый чудесный дар, который может быть, превыше всего, это отдавать и принимать чистую, настоящую любовь. Я не знаю, как это по-русски, но в английском слово «любовь» has become very tainted. Оно стало очень незначительным, okay. Поверхностным. We talk about I love apples. Мы говорим, я яблоки люблю. Or I love some kind of chocolate. Или какой-то вид шоколада особый мне я люблю. But actually, what you're saying is, I find those things very pleasant. Но фактически, что вы говорите, что вы находите все эти вещи очень приятными. Но на самом деле мы потеряли настоящее определение, что по-настоящему означает слово «любовь». Люди жаждут любить и быть любимыми. Есть множество любовных историй, которые songs, написаны о любви, поэмы и песни. Really. И все они посвящены любви, хотя они на самом деле не особо понимают, что это есть такое. Любовь, то, как она описана в Писании, она безусловная. И в большинстве случаев наша любовь, она очень условна. О, если этот человек хорошо ко мне относится, да, я его люблю.
But if he's not so nice to me, well, then I'm not so sure. Но если он нехорошо со мной себя ведет, то я не совсем и уверен, что я его люблю. But you know what Scripture says? Но знаете, что Писание well-known говорит? Text, John 3:16, so God so loved the world. В очень известном месте Писания Иоанна 3:16, что так возлюбил Господь мир. God loved the world. Он возлюбил мир. The good, the bad, and the ugly. Хороших, плохих и ужасных. Mm-hmm. He loves everyone. Он возлюбил всех. His love is unconditional. И его любовь, она безусловная. Yeah. Our love is very conditional. Наша любовь очень We условная. Need to get hold of that true love. Нам необходимо ухватиться за эту настоящую любовь. That doesn't mean that God doesn't want to change us. И его безусловная любовь не подразумевает, что он не хочет нас поменять. Okay? He loves us so much, he doesn't want to leave us in the condition that we are. И он настолько нас возлюбил, что не желает, чтобы мы продолжали жить такими, какие мы есть. He wants to change us so that we will become like him. Он хочет изменить нас, чтобы мы стали более похожими на него. As I said, love can mean many things. И как я уже заметил, что любовь может подразумевать множество вещей. If you look in a dictionary, you'll see lots of different definitions. И если вы посмотрите в словарь, вы увидите множество определений. Love usually refers to strong feelings. Обычно ее описывают как сильное чувство. Oh, I love him so much. О, я так его люблю. Or her. Или ее. But it's all about how you feel. Но это всегда относится к тому, что вы ощущаете, что вы чувствуете. Feelings are important. Yes. И чувства, они очень важны. God wants us to feel real love. Бог хочет, чтобы мы прочувствовали настоящую любовь, которую Он имеет к людям. But we will see that God also wants us to experience a great Но мы с вами увидим дальше, что Бог даже хочет, чтобы мы испытали еще большую любовь. A love that transcends our human emotions. Goes above our human emotions. Любовь, которая превосходит наше человеческое описание эмоций. Okay, we feel love is always in our context so much about emotions, how we feel. И в нашем человеческом мире мы привыкли объяснять любовь эмоциями, то, как мы себя чувствуем, что мы ощущаем. Но мы должны с вами понять, что есть большая любовь. И многие, к сожалению, проживают жизнь и в течение ее испытывают очень мало даже человеческой любви. Но Божий план, чтобы абсолютно каждый человек испытал Его любовь, проистекающую в них и через них. Моя чаша преисполнена Его любовью. When people are desperately trying to understand the mystery of love, desperately, with great longing, когда люди пытаются понять, постигнуть, что есть любовь, they seldom read the greatest book ever written about relationships. Я посылаю их прочитать самую великую книгу, написанную о взаимоотношениях, Библию. It talks a lot about love. Здесь много написано о любви, о взаимоотношениях, какими они должны быть, какие они на самом деле являются. Если мы будем изучать ее для самих себя, то мы познаем и увидим, что есть гораздо больше объяснений о ней, чем вы знаете и чем даже я с вами делюсь. What I want to share with you is actually quite brief. То, чем я хочу с вами поделиться, оно в принципе такое очень короткое и неглубокое. When we finish, you may think I've covered a lot, but если, в конце учения вы можете подумать, что мы затронули много аспектов. Actually, there's so much more. Но на самом деле есть гораздо больше. And you need to experience it also for yourself. И вы должны это испытать сами для себя в своей жизни. The greatest love, большая любовь, and examples of love, и примеры любви.
Many of the examples of human love in the Bible didn't involve any special help from God. Many of the examples Много of из human примеров человеческой любви, описанных в Библии, didn't involve any special help from God. Не включают в себя какой-то особой помощи от Господа. Even without his help, people can have a grateful type of love. Даже без Божьей помощи люди могут испытывать великое чувство любви. An appreciation for someone. И благодарность к кому-то. And an appreciation for their creator. И также иметь благодарность к своему Создателю. But the Bible wants to reveal how we can experience love for God. Но Писание хочет нам явить и открыть, как мы можем испытывать любовь к Богу and love for people и любовь к людям. That exceeds our own capacity. Exceeds goes above and beyond. Которая ту любовь, которая превыше наших личных человеческих способностей. As I said, God wants to bring us always higher up. Бог всегда, как я говорил уже, что Бог всегда хочет поднять нас выше. He wants to, extend us, Он хочет расширить нас. So that we would, as I said in the beginning, that our goal would be much higher. Как я говорил в начале, чтобы наша цель всегда была гораздо выше, than it is right now. Чем она есть на сегодняшний момент. Okay, we're going to take that break now. Так, сейчас будет перерыв.